Далее в нашем эфире появляется рубрика под названием «Ай-яй-яй», где мы грозим пальцем различным городским неурядицам. Причем не сами, а с помощью видео, которое снимаете вы, дорогие телезрители. Сегодня аж три видеоролика, которые прислали нам зрители программы. Конечно же, кировчане присылают нам видеоролики, жалуясь на снег. Татьяна жалуется на снег с улицы Попова возле дома 24А. Ну вот, а куда нашему дворнику деваться? Снег не вывозят. Приходится ему сваливать все к дому. Уже скоро первый этаж завалит. К концу зимы уже, наверное, весь первый этаж будет под снегом. Юрий обращает внимание, как чистят остановку общественного транспорта на Октябрьском. Выходы на остановке общественного транспорта завалены. Ну, то есть никак. Но маленькую толику надежды внушает видео с улицы Розы Люксембург. Там снег и, главное, сосульки убирают. Правда, делают они это так себе. Это последствия. В общем, сегодня это тройное комбо «Ай-яй-яй». Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.